Всем привет! Сегодня я вам расскажу и покажу, как зайти на YouTube канал с компьютерной версией, также творческую студию и как привязать соцсети свои, естественно, на YouTube канал. Смотрим. Так, заходим в Google Chrome. Пишем YouTube. Далее делаем вход в YouTube. Так, смотрим слева, переходим вниз. Тут есть такая палочка со звездочками. Слева нажимаем настройка канала. Далее вверху есть основная информация. Нажимаем на основную информацию. Также здесь есть название и описание канала. Добавить ссылку. Также название ссылки можно указать по-разному. И здесь справа скопировано с контакта, с Инстаграма, URL. Также с Одноклассников копируем и вставляем. Подписываем название ссылки. Все. Как копировали, делаем правым. Справа есть опубликовать. Нажимаем опубликовать. Все. У вас сохранено. Также есть здесь брендинг, изображение баннера. Это шапка. Также есть фото профиля. Поставить. И логотип канала. Снизу вот появляется вот такой ярлык. Так, кому понравилось это видео, подписываемся. Кому очень сильно помог, ставим класс, палец вверх. Пишите комментарии. Всем пока, до свидания.